Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвестиционно обучающий канал Redline TV. И сегодня мы говорим снова о криптовалюте, о новой криптомонете, рассматриваем для инвестора. Это монета Binance Coin. По Binance Coin это конкретная криптомонета биржи Binance. Binance такая вышедшая на арену новая звездочка, которая достаточно с интересным маркетингом вышла на рынок криптовалютных бирж и достаточно быстро развилась. Все подробности смотрите в данной презентации, в данном видео. И, в общем-то, там все достаточно хорошо описано. Как бы по классической нашей схеме, по классическому шаблону, для чего, как, откуда взялась, как майнить, не майнить, и как бы как покупать, где покупать и так далее. То есть все вопросы вы смотрите в данном видео. Как всегда, код для тех, кто играет в квест, в конце данного видео. Поэтому приятного просмотра. Binance известна не только как топовая площадка для торговли криптовалютой. Это первая биржа, у которой появилась собственная валюта, криптовалюта Binance Coin или BNB. И несмотря на то, что монете, как и самой бирже, пока что нет даже года, ее рыночная капитализация активно растет. С чем это связано и можно ли ждать значительного роста стоимости BNB? Стоит ли вкладываться в эту криптовалюту и как оценивают ее перспективы эксперты? Все ответы смотрите и слушайте в данном подкасте. Что такое криптовалюта Binance Coin? Изначально токены были выпущены для привлечения внимания к площадке. Это был своеобразный пиар-ход. Используйте внутренние монеты биржи и получайте скидки при оплате комиссии. Дело в том, что комиссию на бирже Binance можно оплачивать как в криптовалюте обмена, так и в BNB. Если в первом случае биржа берет себе 0,1% от суммы сделки, то во втором плата составляет всего лишь 0,05%. Сама криптовалюта Binance Coin запущена на базе Ethereum. Там же летом прошлого года провели ICO, в ходе которого разработчики собрали около 15 миллионов долларов инвестиций. Необычное решение разработчиков быстро нашло отклик у пользователей, которые начали активно покупать BNB, чтобы экономить на оплате комиссий. И это даже несмотря на то, что со временем скидка будет уменьшаться. План такой: первый год 50% скидки, второй год 25%, третий год 12,5%, четвертый год 6,75%. И так далее. С каждым следующим годом, проведенным на бирже, скидка для пользователей уменьшается вдвое. А так пока не дойдет до нуля. Тем не менее, у разработчиков есть и куда более интересные планы на использование BNB. Дорожная карта самой биржи предусматривает несколько важных изменений, которые должны произойти на площадке в ближайшие годы. Добавление торговли с плечом, добавление спотовой торговли, а также торговли фьючерсами. Создание сервиса для мгновенного анонимного обмена активами. Но, что самое важное, создатели биржи планируют превратить Binance в полноценную, полностью децентрализованную блокчейн-платформу с расширенным функционалом. Кроме того, уже ведутся разговоры о переходе на собственный протокол и алгоритм обработки данных. Как и другие сервисы подобного плана, такая платформа должна иметь собственный токен, который будет поддерживать весь ее функционал. Но у Binance он уже есть. Так что, если переход в новый формат действительно произойдет, то BNB станет топливом для всей системы, а его ценность станет гораздо больше, чем сейчас. На данный момент Binance Coin это прежде всего монета для получения скидки. А вот в обновленной платформе BNB будет использоваться для проведения транзакций и оплаты всех биржевых комиссий. Неудивительно, что теперь трейдеры активно покупают криптовалюту, даже если не собираются использовать ее для уменьшения комиссии на Binance. Многие уверены, что позже могут заработать на продаже выросших в цене активов. Как майнить и где хранить криптовалюту Binance Coin? Майнить BNB невозможно. Разработчики сами намайнили и распределили монеты. Большая их часть была продана в ходе ICO. Еще часть токенов была передана инвесторам и меценатам, поддерживающим проект. У остальных пользователей остается лишь два варианта для покупки монет. Первый – это на Binance, на родной бирже BNB торгуется в парах почти с 50 популярными альткоинами. Кроме того, на площадке функционирует сервис для мгновенной конвертации четырех основных криптовалют платформы. Это Binance Coin, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. И на Ether Delta.
Delta. Это децентрализованная биржа, которая поддерживает токены, выпущенные на базе Ethereum. Очень удобно, что для операций с криптовалютой не нужно не то, что проходить верификацию, а вообще регистрировать аккаунт. К сожалению, на других площадках BNB нет, как нет и отдельного криптокошелька для хранения монет. Но держать их можно на любом кошельке, поддерживающем формат ERC-20. Специалисты советуют обратить внимание на MyEtherWallet, MetaMask и Mist. Из мобильных приложений самым надежным считается AmToken. Удобнее всего тем пользователям, которые уже обзавелись криптокошельком для хранения Ethereum. BNB можно держать там же, отдельно хранилище заводить не нужно. Но есть один нюанс. Большинство кошельков с поддержкой ERC-20 не видят BNB по умолчанию. Многие пользователи жалуются, что выводят средства из Binance или Ether Delta на свой кошелек, но монет на балансе так и не появляются. На самом деле они просто не отображаются в кошельке. Чтобы избежать подобной проблемы, баланс для BNB придется добавить вручную. Для этого нужно выбрать в меню опцию добавления новой монеты. Например, в MyEtherWallet нужно нажать на кнопку «Добавить токены» или «Load Tokens», а затем ввести блокчейн-адрес нужного токена, найти его на сайте EtherScan, где собраны адреса всех токенов на базе Ethereum. Как и почему менялась стоимость криптовалюты Binance Coin? Летом прошлого года, сразу после завершения ICO, Binance Coin торговался всего по 10 центов. Но уже осенью рыночная стоимость монеты начала расти. В сентябре она составляла 90 центов, в октябре почти $1.20, а в ноябре $2.50. Рост стоимости стал закономерным следствием развития самой биржи Binance и увеличения количества ее пользователей. Осенью биржа резко повысила свои рыночные показатели и вошла в топ-5 по суточному объему торгов. На момент выпуска данного подкаста показатель составляет более $90 миллионов. Неудивительно, что многие трейдеры заинтересовались как самой площадкой, так и ее токеном. Ну и, конечно, популярности BNB способствовали бонусы при оплате биржевых комиссий. Всего за 4 месяца рыночная капитализация криптовалюты выросла до $176 миллионов. Напомним, что сразу после ICO речь шла всего о 15 миллионах. Самым успешным периодом для Binance Coin оказался январь этого года, когда монета достигла своего ценового максимума, к которому с тех пор и не смогла приблизиться – $24 за 1 BNB. По словам аналитиков, такому успеху способствовало привлечение к проекту IHE, которое имело отношение к созданию известной биткоин-биржи OKCoin. Вместе с ценой выросла и рыночная капитализация BNB. В конце зимы показатель вплотную приблизился к $1 миллиарду, а сама криптовалюта вошла в топ-20 мирового рейтинга. Но после резкого скачка началась корректировка курса, и стоимость BNB опустилась до $16. В феврале и марте цена монеты варьировалась в пределах от $7 до $11. На момент записи данного подкаста BNB торгуется по $12.3 и демонстрирует весьма скромный суточный прирост цены около 1%. Зато рыночная капитализация криптовалюты перешагнула отметку в $1.4 миллиарда, что вывело Binance Coin на 16-ю строчку в рейтинге CoinMarketCap. У многих инвесторов возникает вопрос, почему рыночная капитализация криптовалюты так активно увеличивается, а вот ее цена после январского максимума упала и растет теперь очень медленно. По словам аналитиков, в первую очередь, рост капитализации связан с успехами самой биржи. Как известно, Binance поддерживает многие крупные инвесторы, которые вкладываются и в продвижение внутреннего токена площадки. Что касается стоимости монеты, то, по мнению экспертов, она не может резко вырасти из-за серьезной конкуренции на рынке. Несмотря на дальновидные планы разработчиков, пока что BNB используется в основном для снижения комиссии во время биржевых операций. Такой узконаправленной монете сложно конкурировать с биткоином, эфиром и другими топовыми альткоинами с большей ценой и более широкими возможностями для трейдинга. Кроме того, в последние месяцы участились жалобы на трудности с выводом биржевых средств, проблемы с верификацией и низкую эффективность техподдержки. Все это снизило доверие пользователей к Binance, что негативно отобразилось и на стоимости биржевого токена. Криптовалюта Binance Coin. Перспективы и возможности на рынке. Несмотря на высокую конкуренцию и внутренние проблемы Binance, большинство экспертов положительно оценивают перспективы BNB. По их словам, монета будет и дальше наращивать капитализацию, за которой вскоре подтянется и рыночная стоимость. У них есть все основания для подобных заявлений. Наибольшую надежду вселяют официально озвученные планы руководства Binance на создание качественно новой платформы с расширенным функционалом. Если они воплотятся в жизнь, BNB из монетки для скидок станет полноценным токеном, обеспечивающим работу крупной блокчейн-сети. В децентрализованной среде
BNB будет выполнять примерно ту же функцию, что и, например, газ в сети Ethereum. Такой токен может использоваться для оплаты биржевых комиссий, запуска смарт-контрактов, подтверждения транзакций и так далее. Очевидно, что ценность, а значит и рыночная стоимость такой монеты будет гораздо выше. Вторым аргументом в пользу долгосрочного роста стоимости BNB специалисты называют хорошо продуманную систему сжигания монет. На данный момент выпущено более 116 миллионов монет, а суммарная эмиссия составляет 20 миллионов BNB. По словам разработчиков, эта цифра окончательная и больше монет выпускаться не будет. Зато периодически определенное их количество будет из системы изыматься. На официальном сайте биржи даже выставлен план уничтожения монет. Каждый квартал около 20% прибыли от продажи BNB тратится на выкуп и сжигание монет. И так будет продолжаться до тех пор, пока в системе не останется только 100 миллионов BNB. Примечательно, что сжигание монет существует не только на словах. Через 3 месяца после появления криптовалюты разработчики сожгли почти миллион монет. И это одна из причин осеннего роста рыночной стоимости BNB. На данный момент создатели Binance Coin уже уничтожили токенов на сумму более полутора миллионов долларов, а значит эти деньги распределялись между оставшимися монетами, чем повысили их стоимость. А регулярное уменьшение количества монет в системе всегда приводит к увеличению их стоимости. А если при этом растет и рыночная капитализация криптовалюты, цена увеличивается еще ощутимее. Таким образом, разработчики Binance Coin позаботились о дефляционном характере криптовалюты и заложили фундамент для постоянного роста ее стоимости. Нельзя забывать и о высокой популяризации токена. У Binance уже насчитывается более 3 миллионов пользователей, и практически все они покупают и используют BNB. Сейчас этот фактор помогает криптовалюте держаться на плаву в условиях жесткой конкуренции с топовыми альткоинами. Если большинство пользователей Binance, соответственно, держателей Binance Coin будет расти и дальше, позитивная ценовая динамика монете обеспечена. Единственная загвоздка связана с широтой применения токена. Пока BNB используется лишь в рамках одной из криптовалютных бирж, шансы на быстрый прорыв не очень высоки. Если же Binance таки перерастет в децентрализованную блокчейн-платформу нового поколения, курс монеты может резко пойти вверх. Но даже в пессимистических прогнозах говорится о $20 за один Binance Coin до конца 2018 года. При благоприятных условиях стоимость криптовалюты может преодолеть и барьер $50. Стоит ли инвестировать в криптовалюту Binance Coin? Большинство экспертов считают, дают однозначный ответ «да». Binance Coin – это активно развивающийся и очень перспективный проект, развернутый на одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. А значит, это удачный вариант для инвестиций. Тем более, этот курс монеты еще не стабилизировался. Если посмотреть на график рыночной стоимости BNB за последний месяц, в глаза сразу бросаются почти симметричные скачки цены вверх и вниз. За несколько суток стоимость монеты может изменяться в пределах 1-2 долларов. Поэтому очень выгодно покупать токены в моменты кратковременных падений цены. А вот спешить их продавать точно не стоит. BNB не подойдет трейдерам, привыкшим действовать по схеме «быстро купил, быстро слил». Наибольшую прибыль получат те инвесторы, которые покупают монеты на долгосрок и готовы придержать активы в течение нескольких лет. А вот, коллеги, в общем-то, я думаю, что информация, вы решили свой кругозор, и это поможет вам вынести решение, обладать Binance Coin или нет, владеть им или нет, и как на долгосрок. Сегодняшний код для тех, кто играет с нами в квест 2323, пишите его мне в Телеграме, пишите комментарии и получайте азовкоины. Напоминаю, что комментарии можно писать в двух видеохостингах, это YouTube и Viuli. На Dailymotion просто ставите лайки, и там получаете в два раза больше азовкоинов. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Герман Пермяков, услышимся и увидимся в подкастах. Пока!